Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала, меня зовут Фалда, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Dark Souls 3. Ну что же, пот, боль и кровь продолжается, дамы и господа. Иди сюда, ублюдок. Не, рыцарь, ты не надо. Тебе... Какого? Не думал, что ты еще и так умеешь. Хорошо. Хорошо. Начало положено неплохо. Напомню, что в прошлой серии меня убил этот конченый рыцарь, и я иду ему мстить. И месть моя будет страшна. Как-то вот так хочется сказать. Так, обратно сразу нахрен. Где твой дружок? Дружка не... А, вон он стоит. А чё это ты не поднялся-то? Ублюдок. Так, теперь здесь. Следующий этап. Да, в общем, здесь реально надо просто запоминать тупо. Кто и что делает, где кто находится, кто за каким углом стоит в засаде. И, собственно, дирать им задницу потихонечку. Так, ладно. Здесь гребаный лучник. Да пошел он нахрен. Вот этот рыцарь, который мои души забрал. Хорошо. Души мы с вами, например, вернули. Теперь ты, ублюдок. Нравится, сволочь? Да, кажется, нравится. Спокойно, спокойно. Вот только давай без этого. Вот так-то лучше. Бэкстепщик. Ублюдок. Туда тебе и дорога, прямиком в ад. Ладно, теперь, собственно, здесь ублюдки, которые меня тогда убили, тоже. Оу-оу! Да какого? Не хватало, чтобы ты меня сейчас убил еще. А как так-то? А, ну правильно, я потому что сюда не ходил, а потому что ходил по тому пути. Надо, блин, не торопиться в этой игре и читать подсказки. Видите, впереди атаковать засады. Осторожно влево. То есть все написано. Для таких, как я, прям все написано. Палаш, тем временем. Еще одно оружие. Любопытно, любопытно. Палаш. 117 плюс 15, ни хрена себе, кстати. 108 плюс 17, значит, получается 117 плюс 8, это 125, а здесь явно больше. То есть, 127 плюс 5, 132. 132, при этом он прочнее. Да и ну так вот, потратили осколки титанита. Ладно, хоть один раз потратили, не два. Ну, кажется, друзья, у нас новый меч. Он даже, по-моему, побыстрее, чем... Да, слушайте, он реально быстрее. Ну-ка еще раз, это тот я поставил? Да, тот. Все правильно. Ну, офигенно. С чем я вас, друзья, и поздравляю. Так, ладно. Что у нас здесь в итоге? Там у нас куча ублюдков. Всех мастей, блин, каких угодно. Но любой вкус. На это, видимо, проход к этим ублюдкам. Может помочь уничтожить по одному. Вот я того же мнения, но у меня закончились мои эти самые метательные бомбы, поэтому, наверное, поставим ножи, 18 штук целых. Не та кнопка, извините. Угу, работаем. До свидания, собачка. Слишком мало отнимает. Блин, вот это, конечно, жесткий чипок. С ним придется попотеть сейчас. Оу! Охренеть. Давай, до свидания. Большой топор. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Что за большой топор? Требует 32 силы. Ну, понятно, до свидания. Но, однако, при этом урон у него колоссальный.
Да, неплохо. Неплохо, но не для меня. Блин, еще что ли похириться или пока... Да, давайте похиримся от греха подальше. Ну его нахрен. Так, ну что у нас тут? Такие же два типа еще осталось, правильно? Вроде на этом все. Там еще какой-то тип. Давайте к нему сходим, наверное. Пока что. В гости. Здесь у нас сундук. Вроде бы не мимик, потому что если тут уже мечом махал, если бы ты бил мимик, он сейчас скачил. Кто такие мимики, если вы не знаете, это, собственно, такие твари, которые прикидываются в виде сундука, и когда подходишь их открыть, они нападают на тебя и убивают. Dark Souls во всех частях такая тема присутствует. О, щит с серебряным орлом. Вот щит нас имеет очень хорошо. Щит — это то, чего мне не хватало, если он, конечно, будет урон поглощать физический. Давайте проверим сразу. 71 плюс 2 мой. 88 плюс 3. Но все еще... А, подожди, поглощение при блоке. Вот, 100% урона. А мой поглощал 67. Отлично, мы нашли щит, друзья. И щит прекрасный. Он мне абсолютно полностью подходит. Поэтому меняем его. О, да, он и выглядит поинтереснее. Угу, понял. А так если? Ага, понял. Неплохо. Потихонечку осваиваемся с атаками. Так, что мы тут в итоге имеем? Пара врагов, как я и думал. Так, надо бы как-то, может быть, огненные бомбы поставить. У нас, конечно, остались только черные огненные бомбы, которые бы надо поэкономить. Ну, ладно. Одну-две, думаю, что можно будет использовать. Хотя, я бы начал бы, конечно, с ножичков метательных. Блин, как бы вас достать-то, ублюдки? Хотя с таким-то щитом нас мне уже не страшно урон ловить. Ну, в блок ловить, естественно, его. Давай, сволочь. Иди сюда. Услышал, увидел? Увидел. Давай, поднимайся, там поговорим. Наверху. И маршируем, твою мать. Все-таки один раз успел меня ударить. Ладно, ничего страшного. Маршировка с мечом, в принципе, вообще помогает только в путь. Так, ну и что-то у нас последний, не последний. Лучше тоже выманить. На всякий случай. Такой же с топором. Ублюдочный. Понял. Не дурак. Энергия не бесконечна. Слишком большой замах у этого топора, слишком долгий. И это, собственно, помогает мне его убить. Еще один грубый самоцвет. У нас уже таких два получается. Время пришло, перекат. Спасибо, но это и так было заметно. Осколок титанита, неплохо. Что мы тут еще имеем? Там блестяшка. Тут проход. Осколок эстуса. То есть можно делать еще одну флягу себе с эстусом. Ой, звуки нехорошие какие. Собачка. Ключик от камеры. Вот это, кстати, здорово. Вот это то, что нужно. Можно будет вернуться и открыть эту гребаную камеру. На самом-то деле. Почему бы и нет? Так, сверху там у нас вроде как ничего больше не осталось. Вроде как мы там были. И все, что там есть, забрали. Очень радует, что щит у нас теперь новый. Прям вообще я просто счастлив по этому поводу. Действительно счастлив. А здесь у нас этот чувак. Вы знаете, как-то мне не очень охота к нему утром прыгать вниз. Спрыг-то, собственно, я вижу. Вот он здесь. Давайте, наверное, все-таки сначала сходим и посмотрим, что у нас там заключат камеры, куда он подходит. Ну его нахрен. К этому парню мы еще успеем вернуться. Ну его нафиг. Я, правда, немножко уже подзабыл, где эта камера находится, честно говоря. Сейчас придется вспоминать, искать. Так, так, так. По-моему, тут наверх. Если я не ошибаюсь. И обратно вот туда, по-моему. Хотя могу на самом деле ошибаться. Вполне вероятно, что могу ошибаться, но... Будем надеяться на лучшее.
сюда и, по-моему, вниз. Тут же мы убили чувака, правильно? Ах ты, ублюдок. Достал-таки. Блин, фляжек не осталось, но там наверху на этой башне костер есть, поэтому там потом отдохнем после того, как в самый низ бегаем. Подожди, а может быть это этот ключ подходит сюда? Нет, сюда он явно не подходит. А жаль. Так, здесь у нас парень кидающий огненные бомбы. Или где он? Странно, сегодня его нет. Здесь у нас левый чувак будет. Окей. И вот она, собственно, темница. Да, отлично. Подошел ключик. Ну, здорово. А, ты не из тюрьмы, нет? Нет, ты издалека. И судя по звону колокола, должно быть, ты из негорящих. Невероятно, если это правда, у меня есть к тебе одна просьба. За высокой стеной стоит затхлый городишко. Он не принадлежит никому из повелителей, просто старое поселение нежить. Там живет старуха Лоретта. Пожалуйста, передай ей это кольцо. Я не прошу благотворительности, совсем наоборот. Если ты это сделаешь, я отплачу тебе с лихвой. Возможно, я всего лишь вор, но зато умея у меня побольше, чем у иного короля. Что скажешь? Хорошо. Прекрасно. Я смиренно отдаю свою судьбу в твои руки. Я серокрыса с поселения нежити и обещаю тебе помогать. Отдай кольцо старухе Лоретте, она живет за высокой стеной. Выполни свою часть уговора, а я выполню свою. Кольцо с синим слезным камнем. Ну что же, серокрыса с поселения нежити. Я постараюсь найти твою старуху Лоретту и передать ей кольцо, но... Потом я не забуду, что ты обещал мне отплатить. Я принимаю только души. Что за колечко? Давайте посмотрим. Может быть, себе его оставим. Увеличивает поглощение урона при низком уровне здоровья. Ух ты. В целом неплохо. Очень даже неплохо. Ну, пока поставим себе, может быть, как бы, если дадим, так и дадим, нет, так, значит, у нас будет колечко. Ну что же, дорога, кажется, осталась только одна, к тому жирному ублюдку. Но я все-таки предлагаю подняться на башню, наверх, и отдохнуть у костра. Тут, в принципе, потом парочку врагов мы можем и замочить, ничего страшного. А вот фляги с эстусом восстановить будет явно не лишним. Совсем даже не лишним. Да и, в принципе, можно было, конечно, пару уровней поднять, но я думаю, что нет. Я думаю, что хрен с ним. Так, подожди, а где-то подъем еще выше, я что-то уже подзабыл. А, ну да. Вот здесь. Отлично. Отдохнем. Да и нет, справляться не будем. Оставить. Чудесно, фляги восстановились, а вместе с флягами, соответственно, и все враги на карте. Ну-ну. Давайте проверим щит. Да, смотри-ка ты. 100% урона впитывает и только ловкость снижает. Ну, не ловкость, точнее, а выносливость. Да, ну, в принципе, и понятно. Ой, там врагов опять. Ёперный театр. Мне просто охота сходить другим путем. Помните, там же еще путь наверх был куда-то. Вот на сами туда охота посмотреть, что там. Но это снова их всех мочить. Ох ты, мать твою. Уже ты резкий, как понос. Да, там же сзади еще два врага, я забыл совсем про них. Ой, дерьмо. Даже три, да, ну два. Получается два, и вперед там третий. Короче, ладно, да, убей меня уже.
Нет, не хочешь меня убивать? Ну тогда я тебя сам, сука, убью. Да, все-таки убил. Но это будет просто проще уже. Здесь все-таки до него идти один шаг буквально. И по крайней мере... по крайней мере восстановим запас здоровья и всего остального. Сейчас ходим, заварим его. Конечно, по второму кругу одно и то же делать не хочется, но я забыл совсем, что там есть проход еще один, где мы еще не были. Иди сюда, ублюдок. Молодец. Использовал свой шанс. Так, теперь ты, сволочь. Ага, понял, понял, стамина нет. Понял, не дурак. Да чтоб тебя, ну подкинуло. Да пошел нахрен. Просто забей вообще. Как я еще жив, я не знаю. Скотина. Три фляги с Эстусом. Три. На одного моба. Просто писец. Подъем. Хорош спать на работе. О, давай сюда. Штаны дезертира, огненная бомба. Штаны у меня, по-моему, такие же, да? Да. Штаны у меня такие же. Ладно, значит, теперь вы, ребята. Вас там тоже до хрена, по-моему, было. Ну да. Так и есть. Давай-то другого выманим, а случник не идет. На они, блин, никто не идут, по-моему. Хорошо. Давай, сволочь, поднимайся. Поднимайся, при том желательно быстрее, потому что за тобой еще несколько человек бегут. Что, родной, не пройти было, да? Свой же помешал. Ах ты! Мелкий негодник. Ладно. Отличный выпад, дорогой. Ненавижу лучников. Просто ненавижу. И вот таких парней с копьями и длинными щитами тоже не люблю, потому что они блокируют весь входящий урон, а при этом сами наносят урон очень жесткий, притом на большое расстояние. В принципе, хороший, она сами сет получается такой. То есть, копье и щит тяжелый. И все, и считаешь, что ты в лоб непробиваемый. Становишь. Ладно, пойдем сходим вот сюда, вот я имел, вот этот путь, мы тут еще не были. Посмотрим, что у нас. Понятно. Ладно. Офигеть, вовремя ушел. Там теперь все в огне. Матерь божья. Твою мать. Дракоша. Да, не все драконы здесь мертвые, есть и живые еще, оказывается. А как мне Петра подняться, интересно, это вообще босс или что это? Ай, сгорю еще к тому же, наверное. Быстрее, быстрее, быстрее! Жив целый орел. Фух. Не знаю, куда этот путь ведет.
хочу добрать блестяшки некоторые. Меня коцает огонь, меня это немножко бесит. Ладно, короче, нахрен, подожди-ка, ну-ка, если дракона. Да, если не пойдешь. Да, короче, пошел ты тогда. Так, что у нас там, давайте проверим. Ну да, проверили. Хорошая была проверка. Впереди лжец. Да, вот это мимик. Цепочка повернута в другую сторону. И видите, он типа как дышит. Открывается, закрывается. Ну его нахрен, я его трогать не буду сейчас. Я не готов с мимиком сражаться. Я пока что не настолько глуп, наверное, просто. Так что давайте посмотрим, куда идет этот путь лучше. А мимика... Ну, блин, надо вам, наверное, показать все равно. Кто не видел, может быть, того будет интересно. А, вот мы открыли этот срез, получается, да? Хорошо. Давайте я вам покажу все-таки, наверное, чтобы поняли, о чем я говорю, если кто не играл в Dark Souls никогда и не видел. Но драться с ним я не буду, потому что это равносильно самоубийству, наверное, на моем уровне. Ну вот, собственно, вот такая вот шляпа. Большая и агрессивная. Ну его нахрен. Надеюсь, сюда он за мной не пойдет, надеюсь, что дракон меня здесь не достанет. Понятно. Заметка на будущее. Не стоит злить дракона. Пойдем посидим у костра. Ну его нахрен. По сути, получается все. Путь у нас остается только один. Это вниз к тому жирному мобу. Как бы это ни оттягивал, а идти к нему все-таки придется. Фух, ладно. Ладно. А там у нас теперь дракоша милый, который тоже нам довольно сильно мешает на самом-то деле. Ах ты, блин, я же ставил щит. Какого хрена? Что это только что было вообще? До свидания. Блин, только спустился, одну флягу уже потерял. Ну как так, а? Что ж за дерьмо-то? Так, ладно. Братюнь, обратно. Забей, короче. Прыгай ко мне. Ну? Помочь тебе спуститься? Вот так. Фу, ладно. Марш-бросок до этого парня. Ведь он практически успел превратиться. Эти времени сюда 3000 душ нафармил. На самом деле, неплохая цифра, я считаю. Блин, там у нас еще один конченый рыцарь будет по дороге же. Или подожди, или как-то можно... А, его можно избежать, этого конченого рыцаря. Можно прыгнуть здесь, наверное, вниз. Давай, сестра, так и поступим сейчас. Быстренько отпансим от лучника от этого. Он за мной не побежит, по идее. И вот здесь у нас, собственно, спрыг прямо на него получается. Ой, твою мать, ой, твою мать. 30-ку всего, да ладно? Фига у него вертушки. Так, пути к отступлению вижу. Блестяшку вижу. Еще блестяшка вижу. Полтишочек. Ну, хоть что-то. Давайте, знаете, просто обдурим игру и поубиваем его с лука. Почему бы и нет? О, 53. Блин, промах. Застрел у меня, наверное, кончится раньше, чем я его убью. Просто как-то неохота мне к нему спускаться, слишком он выглядит сурово. Мне кажется, такой микробосс. Блин. Не быть жадным. Не помню, Валдай, основное правило Dark Souls, не быть жирным.
Давайте сейчас отпустим его подальше, пускай он немножко от нас отойдет. На более расстояние вперед. И, собственно, там уже и посмотрим тогда. То есть хотя бы, чтобы пару стрел не успевать опускать. Подожди, у меня стрелы же... Вот же написано, 12 еще. Или что, это не те стрелы какие-то? Двенадцать обычных стрел, но они, по идее, используются, все хорошо. В чем проблема? Кажется, используются они другим луком, судя по всему. Ну, я, конечно, не уверен, но попробую стоит сейчас посмотреть. Так ли это или не так? Где этот ублюдок? А, вот, понял. Как это работает, я понял. Дело не в другом луке. Дело в другой кнопке. Блин, ну приходится, видите, привыкать к управлению. Стрелы даже, по-моему, побольше урона наносит, или, по крайней мере, может, в спину, потому что... Не знаю, не, бомбу поэкономим. Норочки можно будет еще пометать. Это, конечно, долгий будет бой, потому что после каждой вот этой хрени он бежит ко мне и запрыгивает туда, но... Однако у него уже довольно мало хп осталось. Можно даже, наверное, попробовать его уничтожить, в принципе, сейчас. То есть последний раз стрельнуть, потом просто прыгнуть на него сверху мечом. Главное поставить руки меч, не забыть, а с луком не прыгать. А то это будет досадный фейл. А думаю, что да, уже можно. Воу-воу-воу, какого? Это было очень неожиданно. И он остался жив. Твою мать, 3000 душ. Да как же так-то, твою мать? Вот она моя, блин. Вот она моя судьба. Вот он мой фейл. Очень досадно на самом деле, в том плане, что, блин, он был на волосок от смерти уже. Все уже, ему уже было не жить тупо. Теперь снова столько до него идти. Ладно, пойдем, что делать. Давай, ублюдок, нападай. Готов, следующий. Готов. Дальше. Блокируем. Пропустил разочек. Ладно, ничего страшного. Бывает. Блин, обидно. Но сейчас по старой схеме будем работать, друзья. Потому что схема проверенная и очень действующая. До свидания. Я же даже на секунду запутался, где я, где он. Как мы лихо на него спрыгнули. О, мать твою, превратилась. Превратилась. Подходим. Быстрее, быстрее, быстрее. Ёперный ты театр. Пацаны, не дали, что там происходит. Вот они, кстати, по-моему, любят огонь, но я думаю, что и луки против них хорошо помогают. Попробуем. О, блин, у него полная ХП. Он просто фуловый. Да, смотри-ка, огонь по нему очень хорошо действует. Ему реально нравится. Я в таком случае даже, наверное, поэкономил бы стрелы. Но так они на него не наводятся ни хрена, вот в чем проблема, поэтому придется стрелять. Ну сейчас. Чего же мерзкая херовина? Фу, ну как я думал, видите, если он превращается, то потом из него падает ну, осколок титанита и уголь. В
принципе, неплохо, реально неплохо. Ну и к тому же душ он дает явно побольше, чем до своего превращения. Ладно, там нас ожидает долбанный мини-босс-файт. Но это, конечно, не босс, потому что нет там отдельной локации под него, нет отдельной какой-то музыки тревожной. Ничего этого нет. Где там был спрыг? Вот здесь. Да уж, забей, просто забей. И одна стрела. Да, это нереально, короче, друзья. По-моему, это нереально. Единственное, конечно, еще есть шанс, это просто спрыгнуть, забрать душу, а потом убежать. Не знаю. В принципе, у меня бомба еще одна осталась огненная. Если надо спину ему зарядить. Где ты там? Здоровячок. Ну и все, и пара ножей метательных мне в помощь. Которые отнимают по 13 урона. Ну это ублюдка. Ну, 17 в спину зашло. Интересно, бэкстеп его можно делать? Что-то мне подсказывает, что нет. Слишком здоровый. Да какого? Твою мать, пробил. Не знаю, где ты стоишь, чтобы безопасно было. Пробивает, блин, и там, и там. Вроде пока живем. Давайте посмотрим, что у меня еще есть любопытного. Чем можно ему урон нанести? Ну, вроде как больше ничем. Вот эту хреновину можно использовать. Но я не думаю, что это хорошая идея. Да, короче, все кончилось. Все мои бомбы, вся моя фигня. Ладно. Поехали, душу сначала возьмем. Рапира. Рапира посмотрим потом. Нахрен, нахрен, нахрен. Лучники. Иди сюда, родной, давай. Уж лучше я с тобой посражаюсь, чем с тем дровяком. Не, к дровяку-то нас ими тоже надо идти в любом случае. Просто мне жалко было душу, я хотел душу сначала забрать, я их, собственно, забрал. Ну, с лука тогда вообще, ну, такой был шанс, я мог такого зафылить. Очень прям обидно. Так, душа. Конченый рыцарь. Понятно, пойдем сходим наверх для начала. Вот тут что-то еще не залутал. Очередные штаны дезертира надо продавать. Так, а что здесь пишут, кстати, столько подсказок каких-то. Впереди бесцельность. Впереди короткий путь. Нет, все-таки бесцельность. Но проверить стоило. Мало ли. Угу, тут у нас есть блестяшка, даже две. Хорошо. Возьмем. Кольцо жертвенности. Ну-ка, что оно дает? Кольцо жертвенности. При смерти ничего не выпадает, но кольцо ломается, а, то есть душу сохраняет, если мы умрем. Клево, но я думаю, что пока побережем на потом. На всякий случай, я думаю, что будет у нас когда-нибудь лучший способ, лучший подходящий момент, чтобы это кольцо использовать. Уголь. Там еще что-то есть. Давайте заберем все, а с ним будем потом сражаться. Еще один уголь. Ну, в целом, неплохо. А там что за проход, интересно? Ладно, нахрен. Я передумал. Спасибо, не надо.
Я вы не потом, попозже приду. Черт, за мной побежал. Ёперный театр. Не, ну по идее должен потерять. Неохота, потому что такая махина пошла сейчас в спину. Не, по идее потерял. Блин, 4000 душ, мне бы вернуться бы, прокачаться. На самом-то деле. Впереди группа врагов, и тогда короткий путь. Ага. Группа врагов. Вижу. Понял. Еще два. Давайте хоть с одного удара убивается. Три огненных бомбы дали. Хорошо. И тогда короткий путь. А, вот какой-то лифт. Угу. Вот он как. Это нам ничего не дало, к сожалению. Но проверить стоило, мало ли там. Че будет. Мало ли какая потайная дверь окажется. Тут вроде вот какой-то спрыг, кстати, был, по-моему. Это просто какие-то балки, ничего такого нет. Наверное, это не имеет смысла. Метательные ножи 6 штук. И мы, кстати, по-моему, выходим к первому костру, к самому, да? По-моему, так получается. Грубый самоцвет. Уже 3 их таких штуки. Мы имеем. Надо пойти реально оружие закалить, наверное, и прикачаться. Так что если будет сейчас костер, я им, собственно, воспользуюсь обязательно. Ой, собачка. Ой, 2 собачки. Ладно, нормально. А, ну я понял, там, помните, был спрыг, и написано еще было секретик. Вот, типа, и там была дверь закрыта. Да, все, я вспомнил, где мы. Реально, около костра прям путь. Вот он, собственно, костер. Да, это самый первый костер. Офигенно. Ну что ж, поехали, тогда покачаемся и оружие улучшим. Отправиться. Храм огня. Очень долго по одной локации ходим, неторопливо. Но, собственно, спешить нам, друзья, некуда. Лучше уж мы потихоньку, помаленьку будем это делать все. Не торопясь. Так, подождешь. Сначала я хочу сюда сходить. На, вот и ты еще могу быть полезно. Продать снаряжение. Так, поехали. Панцербрехер. Не нужен. Нож бандита не нужен. Короткий меч плюс 1, 118. Ну, он, конечно, хорош, но нет, не нужен. Дальше, вот, который требует, получается, вируя, который использовать никогда не буду, тоже продадим. Рапира, кстати, 95 плюс 13. Наверное, она быстрая довольно. 95 плюс 13. Так, сломанные мечи 3 штуки. Так. Да, рапира в целом даже чем-то получше будет в некоторых вещах. Но все-таки палаш, наверное, мой выбор. Хотя, не знаю. Да, палаш помощнее, явно. Ну и большой топор. Давайте тоже продадим. Так, короткий лук. Я думаю, что тоже мне ни к чему 2 лука таскать. Тоже впарим. Кстати, купим у него стрел, наверное, щит. До свидания. И штанишки. Болты, ну пускай будут. Все равно за копейки продаются. Так, теперь купить предметы. Стрелы, пожалуйста. Так, деревянная стрела. Давай 21 штуку сразу. Давай еще тогда. 42 пускай будет. Все равно копеечные. Ну и в принципе все. Если мои товары тебе не понравились, принеси мне исходный пепел. С пеплом я смогу создать новую вещь, мы питаемся смертью, такова наша проклятая судьба, правда? Мерзкая старушенция. Но правда. А, какая встреча. Отрадно видеть тебя в здравом здравии. Что могу выковать для тебя сегодня? Ну, кстати, мы же там нашли еще и флягу с Эстусом, осколок. Вот это круто. Да, у нас теперь на одну флягу больше будет. 5. Отлично. Так, ладно, начнем с простого. Палаш. Плюс 1 и плюс 2. Итого у нас 160 урона получается. 140 плюс 20. Охренительно, по-моему.
Так, и можем пробовать его еще и закалить. Вот что самое любопытное это. Можем сделать его грубым. Грубый палаш. Метра будет у нас 180, соответственно. Но, однако, видите, поглощение при блоке будет хуже. Но, в принципе, я же им не блокирую. По сути, я блокирую щитом, поэтому... Поэтому давай. Пока что будем ходить с ним, короче. Потратили таким образом мы самоцветы, а то палаш получили 180. Мы теперь, по-моему, реально круто. А, еще один момент. Для пропитки, ну понятно, это мы тоже считали уже. Кстати, давайте поищем вот тебя, вот, собственно, нашли. Ну, здравствуй, ты снова здесь. В целости и невредимости. Ну что ж, теперь моя очередь. Какая бы привлекушка тебе не понадобилась, просто скажи. Главное, не спрашивай, откуда это у меня. Я помню, что ты вор. Да, ты теперь у нас будет торговец новый, да, получается? Ну что ж, круто, что у тебя есть. Уголь предотвращает кровотечение, кому к красному мха, огненная бомба, бомба на веревке, копье, кстати, есть. Но у меня теперь мой меч реально круче всего. Вот этот полуторный меч, разве что может быть получше, но он требует силы 16. Арбалет, баклер, малый щит. Ну, всю физу не блокирует, поэтому треугольный щит блокирует. Ну, нафиг он нужен. Плотные кожаные сапоги, плотные кожаные наручи. Кстати, наручи я, может быть, купил бы, но за тысячу я сам их найду. Также стрелы у тебя имеются, болты, понятно. Сделай одолжение, не забывай о нашем уговоре. Отдай кольцо старушке Лоретти. Она живет за высокой стеной. Это неудобство, конечно, но то поможет мне довести дело до конца. Счастливо и будь начеку. And you too. И ты тоже. Ладно, потратили мы нас ими до хрена, поэтому давайте, наверное, может быть, воспользуемся вот этой вот хреновиной. Так, это раз. Да блин. И это два. Угу, отлично. Добро пожаловать домой, что ты желаешь? Очень хорошо, тогда прикоснись ко тьме внутри меня. Позвольте мне прикаянным душам напитать тебя. Так, хорошо, что у нас по ловкости? Ловкость 14, сила 12, жизненная сила 12. Давайте тара 13, 13 сделаем. И, наверное, еще и 14. Ну и все. На 2 силу, на 1 здоровье. Окей. Меня устраивает вполне. Быть не горящим, значит быть сосудом для душ. Души без хозяев станут твоей силой. Я покажу тебе. Принеси мне бестелесные души. Прощай, да все пламя твой путь. Погоди, тут же вроде как мужик сидел какой-то. Он куда-то ушел. Странно. Вот там этот парень по-прежнему сидит. Ладно, неважно. Все это неважно. Отправиться. Сюда, пожалуйста. Там у нас теперь есть срез. Очень любопытный. Которым мы воспользуемся обязательно, друзья, но, наверное, сделаем это уже в следующей серии, потому что как это не печально, а нам с вами пора прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте в комментариях, что вы по этому поводу думаете, и не забывайте про большие пальцы вверх. А для вас играл и комментировал Валдай. Это была игра Dark Souls 3 на Epic Type. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.